Юлов подхватывает шайбу, делает передачу Шелунову, бросок и гол! 36 секунд Локомотиву потребовалось для того, чтобы пробить Ивана Федотова во втором периоде. Да, мы говорили про лазерный бросок Каменева, но здесь ничуть не хуже от Шелунова. Какая передача от Каюмова в разрез. И тут бросок, кистевой бросок сходу получился с исполнения Максима. Но и не успел Федотов переместиться. Также первое набранное очко для Максима Шелунова в этой серии.